Где я? Кто вы такие? И кто я такой? Ничего не помню. Это бездна забытых аниме, друг мой. Сюда попадают некогда популярные персонажи, преданные забвению. Это самое дно анимешного мира, пристанище отверженных, страшное и унылое место. Все настолько ужасно. По сути сам, я Эйки Чэнидзука, 23 года, холост, главный персонаж одноименного аниме. Я несколько лет держал первое место на Уралдах, а теперь... Я Али Волтер из Игреймэн. Когда-то обо мне мечтала каждая тян, но я искал высшие цели и хотел спасти мир. А теперь я здесь, забытый даже фикрайтерами. Я Нага из аниме Рубаки. Когда-то я была эталоном за такой. Все благодарили меня за мои прекрасные большие глаза. А теперь обо мне не вспоминают даже Атаку с 20-летним стажем. Мне кажется, или я вижу что-то новое? А это кто? Ах это очень старый персонаж. Его аниме такое древнее, что даже Утфаги вряд ли помнит его название. Он уже был тут, когда мы сюда попали. Часть команды, часть бездны. Часть команды, часть бездны. И мы что, все станем такими? Судя по всему, да. Что за шум? А это веселятся наши успешные соседи. Гады. Хочешь посмотреть? Вот же упыри бессовестные. Шампанское пьют, икру жрут, веселятся. А мы тут на хлебе и воде, и тает лужи. И вон тот паразит голодными такими глазами на меня постоянно смотрит. Я каждый день боюсь, что проснусь не целиком. Не смотри я, тебе мне даже на легкий перекус не платят. А еще эти гады сверху постоянно горланят свои опенинги во все горло и топают, как слоны. Дайте поспать, уроды! Хорошо здесь, но душа требует адреналина. А то здесь все такие титулованные, вы кому до некого послать. Эх, пойду развлекусь, а? Ну что, неудачники, как жизнь на дне? Проникли в свои легчонки или помочь? Ну, кто смел? Шел бы ты отсюда, понты не жмут? Я отсюда. Вы совсем тут опонарели? Сейчас я вам покажу. Банкай! Готовы? Ну почему снова все как в аниме? Я постоянно огребаю. Что-то Ичига долго нет. Пойду-ка приведу дурака обратно. Что тут происходит? Ичига, ну сколько тебя учить? Смотри, как надо. И часто у вас тут такое? Да как сказать? Самоутвердите на нашем фоне, это же святое. О, новенькие пожаловали. Про вас наконец-то все забыли. Что? Не дождетесь? Мы классика. Мы сюда просто на экскурсию пришли. О, шампусик! Тьфу, это что, детская? Разумеется, нам только по 14. Ой! Унылая у вас тут вечеринка. Рэй, пошли отсюда. А что еще есть? А из нашего окна бездна мрачная видна. А из нашего окошка хайповый бугор немножко. А это еще что? Это место, где аниме борются за популярность. Волна хайпа обеспечивает место на постаменте. Полнобор. Не обращай внимания. Вот, полнометражка вышла. Перезапуск аниме рисуют. Еще один фильм по Евангелиону. А теперь-то что? А это очередной блогер обзор запилил на YouTube. Так, все, у меня уже в глазах рябит.
неудачники. Мой звездный час настал. Я вновь успешен и популярен. Куда собрался, мелкий? Не взлетел твой второй сезон? Ребята, я так по вам скучал. Вы посмотрите, кого я вижу. Какие люди в нашем паре. И что же тут потерял наш самый успешный собрат, а? Что, оно не закончилось, и тебя тут же задули? Не только музыка играла. А ты правда тот самый Наруто, которого знают даже цивилы? Вот это да. Неужели Филлер окончательно заставит твои фанаты? Вот, зараза, этот Гентоки засел на холме. И что люди в твоем аниме нашли? Все дело в тонкой, душевной организации персонажей и глубоком смысле сюжета. Тонкая душевная организация? Серьезно? Выходим! Пошли за нас городом, нас ждет у всех. Но это не точно. Как мне все это надоело! У нас тут бездна или проходной двор. Все шастают, как к себе домой. А мы их даже не приглашали. Как будто мы можем с этим что-то сделать. Можем! Слушайте мой гениальный план. Мы заманим их всех в бездну и запрем здесь. Навсегда. И начнем с него. Надо, девочка моя, давай как ты умеешь. Серенада для прекрасной дамы. Пошел отсюда! Тебя не звали! Мои уши! За что нам это? Как же так? Этот способ никогда не подводил. Осечка вышла. Ярый, я вспомнил. Когда это мы успели? Я Джошуа. Я был здесь в песне с самого рождения. Скажу больше, это моя колыбель. Она взрастила меня. Внезапная волна популярности стала для меня шоком. Я потерял себя и снова оказался здесь. Но вы помогли мне вспомнить, кто я. Теперь настала пора проститься, но ненадолго. Я верю, что вас тоже вспомнят, и мы снова встретимся. Наши дорогие зрители, пожалуйста, не забывайте старые аниме и их персонажей, ведь они замечательные. Смотрите их сами и показывайте друзьям, а мы скажем вам за это спасибо.